Ух. Жарик бьет вокруг. Обирать не хочет. Но я вот одел джикал пансел. Ну, пока что-то мимо. Был один выход и все. Сейчас посмотрим. Сейчас поэкспериментируем с приманочками. Пока не хочет. Ух. Так, ладно. Сейчас попробуем что-нибудь побольше поставить. Так, где моя заветная коробочка? Так, сейчас попробуем. Сейчас, ребят, попробуем такой зигбейтс. Тоже ураганный товарищ. И заводится сразу дальнобойный заброс у него. Я тут под деревьями спрятался. Самый рассвет. Сейчас посмотрим. Ух, он там рядом хреначит, а не берет. Ага, вот сейчас буду проводить. Опа, есть, на самом... Эх, есть, ребят, на самом выбросе взял. Есть. Ну, не могу сказать, что большой, но... Сейчас посмотрим. О, хорошо давит. Такой неплохой. А, красавец. Первый жерех в этом году, ребят. Опа. О. Сейчас будем этого товарища брать. Немного здесь неудобно, но... Ну, такой неплохой жерешок. Вот килограммчик, может, будет. В рот взял. Так, ну сейчас как-нибудь будем его брать. Он сверху ударил. Опа, опацы, хороший. Ой, такой надо. Тихо. Я без подсадчика, ребят, но что делать. Ух, красавец. Ну, такой, наверное, полторушник. А, ты мой красивый. Сильная очень рыба,
поэтому торопиться не стоит. Ну иди сюда, иди, иди, иди. Иди сюда. Ну ничего, пусть погуляет. Иди, иди сюда, иди. Ой, ты мой хороший. Ну иди, иди. Отпущу я тебя, конечно же, отпущу. Опа! Ох, ребят, смотрите какой. Это, наверное, полторушка. Полторушка, наверное. Засекся хорошо. Сейчас мы достанем инструмент специальный. Хороший, ребят, жирих. Такую, наверное, 1,5-2, но вешать я не буду, время терять. Отпустим этого товарища. Ой, красавец, а. Смотрите, какой, ребят. Сейчас попробуем его, чтобы он спозировал немножечко. Ой, о, ребят. Утренний жерех на рассвете. Красавец. Вот он. Ну давай, иди, хороший. Спасибо. Спасибо. Иди. Иди гуляй. Ты чё там? А, пошёл. Фу. Ну, первая рыбка есть. Ой. Так, сейчас будем продолжать. Так, ну вот, ребят, взял на Zigbaits 50. Нет, это какой, 70-й? Охрененная приманка вообще. Так. Ну, будем продолжать. Самое что, он дальнобойный. Ну, вот, первая рыбка есть. Есть, наверное, у меня сегодня на рыбалочку часа полтора. Сейчас время уже 5. Ну, где-то до 6:30. Так, ребят, ну сейчас поставлю бомбарду с мухой. С мухами. Вот эту приманочку. Он вообще никогда не пропускает. То есть очень... Ну, вот она, сама бомбарда. Вот они, две мухи. С того года я не ставил вот эту приманочку. Сейчас посмотрим. Он прям под ногами бьет. Сейчас посмотрим. Что-то не хочет. Ух, хорошие всплески такие. Что творит, что творит?
что-то не хочет. Капризничает. Интересно. Не хочет бомбарду. Есть, ребята. Ну вот, наконец-то. И бомбарда с мухами сработала. Хорошо брал так. Так, теперь самое главное его со струи вывести. Ну, такой небольшой, но приятный. Вот он, красавец. Сейчас мы его... Опа! Вот такой вот красавец. Хорошо заглотил жадно. О, давай, дружок, иди. Ну вот, и бомбарда с мухами сработала. Ну вот, ой-ой-ой, что там творится, что там творится? Сейчас попробуем. Что творит жерех, а? Причем видно, есть такие хорошие жереха. Самого крупного я здесь ловил, по-моему, на трешку 3200. Кстати, тоже взял на бомбарду. Ну, вода, конечно, мутноватая. Самое главное, попасть еще ему под нос. Хоть он и поверху видит все. Ну вот, чтобы он взял, так надо постараться. В принципе, когда он жрет, если под нос попадаешь, практически всегда он берет. Но это тоже лотерея такая большая. Возьмет, не возьмет. Вот он, везде здесь, но попробуй возьми. Кстати, я вот еще ловил, ставил вокер, делал поводок с мухой. То есть тоже очень активная получается приманка. Тоже он частенько берет. Экспериментировать надо. Опа! Бывает вообще бомбарду. Как даст такой удар, блин, вообще. Так, ребят, ну, время уже 6. Есть у меня еще, наверное, полчасика. Ну вот видно, что уже так активность чуть-чуть спала. Но все равно он гоняет, но пробовал я и блесенки, и бублерочки ставил, но что-то никак. Ну вот решил обратно перейти на вокер. Посмотрим.
Так, ребят, какая-то рыба, не пойму, что такое вообще. Опа. Что-то забагренное, что ли. Что такое? Ай! И срез. Ну это плиту срезал. Пш, блин, ребят, вообще. Что-то очень было хорошее. Эх. Обидно, обидно. Очень хорошая рыба была. Ладно, надо уже заканчивать, к сожалению. Эх, обидно, а, об этот угол, блин. Тут такое идет, как бы, раз-раз-раз, спуск, потом плита-плита и резкий свал. Ну вот, перетер. Эх, обидно, что-то хорошее было. Эх, ладно. Всем привет. Все, закончил я сегодняшнюю рыбалочку. Приехал сегодня на рассвете половить жереха. Ну и было у меня на рыбалочку полтора часа. Час 40. В итоге я отловил, уже все топаю обратно. Что сказать по рыбалочке? Значит, взял два жереха. Один взял на вокер, другой взял на бомбарду с мухой. Пробовал, гонял железки. Тишина была. Вот. Ну и потом уже переключился на воблеры. Искал воблерочки. В итоге поставил миношечку небольшую. Ну вот минут, наверное, 15-20 я гонял миношку. Был у меня один сход. Ну, как бы жерик взял, но практически сразу отвалился. Ну и вот сейчас. Не знаю, ребят, кто это был, но рыба была достойная. То есть какое-то время я подержал рыбку и в итоге оторвал. Обидно, пошла рыба вниз на глубину, а впереди получается 1-2 метра, там такой бордюр. Ну и плетеночка перетерлась. Ну, расстроен, конечно. И рыбку жалко, то что не посмотрел, что за рыба. Ну и воблерочек. Ну ладно, чё. Рыбалка дело такое, всегда что-нибудь да оторвешь. Но жалко, воблерочек жалко. Так что вот такая рыбалочка у меня получилась, ребят. Можно сказать, это вот первая моя такая весенняя рыбалка на жереха. Вот, можно сказать, открыл сезон. Погода, ребят, хорошая. Конечно, ночью было. Я вот уже был на месте где-то около 5, где-то 4:30. Ну и так, прохладненько было. Где-то плюс 1, может даже 0. Аж туман над водой был такой. Такая туманка, дымка такая. Но прикольно. Так что вот такая рыбалочка у меня получилась, ребят. Ну, сейчас будем потихонечку переключаться после зимней рыбалочки. Уже пробуйте жерешка погонять. Так что так. Ладно, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Ролик будет коротенький, но, мне кажется, будет интересно. Рыбка в нем была. Самое главное. Все, ребят. А, да. Хотел сказать. Вот приобрел новый спиннинг. Фаворит Skyline. Сегодня вторая была рыбалочка, где я его испытывал. У меня есть уже такой, только тот у меня 10.26 тест и в росте 2.70. А этот в тесте 3.14 и в росте 2.51. Ну, кто знает палочки от Фаворит Skyline, примерно понимает, что это за палочка. Экстра фаст. Хорошая палка, ребят. Все отзывается. Чуйка вообще великолепная. И бросок хороший. В руке лежит отлично. Да, может быть, вот рукоять. Именно комлевая часть. Она такая коротенькая. Но он ложится прям под локоть. Я держу его. Вот примерно вот так вот. Ну, в принципе, нормально. Ну и катушечка у меня сегодня стояла 4000-й страдик.
Ну, наверное, он немного для этого спиннинга большеват. Хотя, в принципе, было комфортно. Так что так, ребят. Все, до встречи.